Эх, ну чё, погнали в Rayman Legends. Всем привет, ребята, и вы на канале Экзи, и сегодня мы будем продолжать проходить такую замечательную игрушку Rayman Legends, ребят, да. Да, мы уже прошли два левела, и сегодня будем проходить третий. Ну да, как бы, погнали. Так, а ну-ка. У нас здесь есть, вот, два левела мы уже прошли. И, кстати, я пропустил одну фишку, кстати, нам нужно пойти назад. Нам кое-что новое открылось. Вот, если мы пойдем вот сюда, вот, то здесь вот есть вот такой вот Heroes, то есть, да. Вот такое вот новое, нам новенькое открылось. То есть, герои, то есть, персонажи. А ну-ка. Опа, и у нас сразу новый скин, а ну-ка. Ну вот, как видите. Вот, прикольный. Я его, пожалуй, возьму. Кей здесь есть. Есть такой. А ну-ка. Ну, прикольный тоже. Прикольный. А чё это? Ух ты, это прям какой-то такой жирный. Не, ну прикольный тоже. Но я возьму, пожалуй, вот этот. Он мне наибольше нравится. Все, погнали. Все. Все, и погнали на третий уровень. Так, а ну-ка, нам нужно ставить сердечко. Все, мы ставили. Найс. Так, и тут-то... Тут сразу давайте пойдем назад. Здесь ничего нету, я так понял. Да, нет ничего. Так, ну чё, погнали. Делаем вот так вот. Опа, бам-бам. Блин, прикольно. Очень прикольно. Так, тут нам чё нужно? Тут нам нужно делать примерно вот так. Давайте сюда пойдем. Опа. Там что-то еще есть вроде. А ну-ка посмотрим. А ну-ка. Есть что-то? Нет, ничего нету, к сожалению. Окей. Давайте пойдем тогда сюда. Музыка, кстати, очень прикольная. А, тут такая же самая фишка. А ну-ка, тут нужно нам запомнить. Я как бы запомнил. Запомнил. Так, сюда нам сначала нужно. Потом сюда вот. Потом нужно вот так вот. И как бы все. Ну, изи-пизи тут, ну, в принципе, легко. Так, давайте теперь пойдем вниз. Вот сюда вот. Так, нам нужно ставить все люмы. Опа, все, найс. Кто тут пират обижает люмов? Так что мы его убьем. И тут малютка, как видите. Найс. Еще одна малютка. Так, тут что-то есть или нет? Нет. А, я думал, что меня уже сейчас передавят. Я уже чуток обосрался. Я чё-то... Ой, здесь чё-то летает. Видите? А ну-ка. Все, найс. Сначала давайте пойдем вот сюда вот. Вот, да. И сюда вот. Найс. Так, блин, вот здесь очень опасно, потому что они могут меня как бы придавить. Мне будет плохо. Так, стопэ. Здесь монетка, ее нужно поймать. Но как? А, понял. Вот так вот как-то. Вот так? Да, вот так. Так, что-то есть? Нету. Ой! Ой, все, поймал. Пока что все идет хорошо, я бы даже так сказал. Давайте малютку нам нужно спасти.
Здесь ничего нет, ну окей. Ну, ребята, вот, вы должны просто поиграть эту игру, потому что она настолько топовая, что это просто пипец. Она, наверное, идет даже на слабый ПК, скорее всего. Ну, мне кажется, что она должна пойти на слабый ПК, по-любому. Так, тут как не тут? Все, найс. Найс, найс, найс. Опа, а что тут делать? Не страшно. Все, найс. Опа, туда нам не нужно, не нужно нам туда. Нам нужно сюда еще. Так, тут алюмы, я так понял. Опа, а тут еще и секретка есть даже, прикиньте. Это прикольно. Прикольно. Ой, конечно, это зря сделал. Нужно вот так вот здесь сделать. Вот так вот. Осторожно. Все. Найс. Найс, просто вот найс. Так, ну чё. Сейчас будет конец, так что тут-то нам нужно как можно больше люмов еще словить. Опа. Я надеюсь, что все, да? Я всех словил, малюток. Да, всех. Ну да, вот как бы. Вот так вот. Блин, вот только чтобы на 3 звезды. Я очень хочу, чтобы я прошел на 3 звезды. Если будет на 3 звезды, то все, просто вот. Сразу лайк. Вот вы должны поставить под этот видос лайк, если будет 3 звезды. Да, ребят. Вот. Все, найс. Так что, вот такая вот серия у нас получилась. Так что, если вам понравилась эта серия, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. В наступной серии будем проходить дальше. Да, как бы. Так что, пожалуйста, поставьте лайк под этот видос. Я буду вам очень-очень-очень сильно благодарен. Вот сколько у нас уже всего открылось. Так, тут что-то открылось. А, новый мир открылся, прикиньте. А ну-ка. Прикольно, прикольно. Прикольно. Так, давайте счастливый билетик откроем. Опа, нам люмы выпали. Выпали. Найс. Ребят, ну если вам понравилась как бы вот эта часть, то, пожалуйста, поставьте лайк. Вот, пожалуйста, реально. Поставьте лайк, и я буду дальше снимать как бы про Rayman Legends, потому что это реально очень топовая игра. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А вы были на канале Экзи. И всем удачки, и всем пока-пока.